Я представляю компанию ДЭП, Республика Казахстан, город Кустанай. Мы приехали на выставку с ассортиментом мороженого, сгущенного молока и молока ультрапастеризованного. Также у нас есть йогурты в нашей линейке долго портящейся продукции. Нашей компании уже 20 лет, поэтому все наши поставщики – это долгосрочные партнеры, с которыми мы завязали контакты довольно давно. У нас экологически чистая продукция, есть сертификаты эко, био, халяль. Все наши поставщики сырья, молока – это годами проверенные партнеры, с которыми мы работаем много-много лет. Наша продукция проходит очень строгий контроль качества, в том числе и на таможне. Когда мы поставляем нашу продукцию в Россию, мы получаем все возможные сертификаты, ветеринарные сертификаты. Наша продукция, каждая партия нашей продукции отбирается для независимой экспертизы. И проводится экспертиза на фальсификацию нашей продукции. Соответственно, любое отклонение от нормы нас сразу, так сказать, закроют. Соответственно, можно быть уверенным в качестве данного продукта. Название ДЭП происходит от инициалов создателя данной компании, Дружинин Евгений Петрович. Он основал компанию 20 лет назад, назвал ее своим именем и определил кредо компании, что наша продукция натуральная, экологически чистая, потому что только когда ты ставишь свои собственные инициалы на продукцию, да, ты гарантируешь, что ты отвечаешь своим именем за данный продукт. Номер один в Казахстане, потому что мы поставляем практически во все регионы Казахстана. У нас более 15 крупных дистрибьюторов в разных городах республики. Также мы поставляем по всему Уральскому федеральному округу. Нашу компанию знают практически все в Казахстане. Это бренд, это имя. Соответственно, мы номер один. Наш филиал находится в городе Челябинск. Это 300 километров от нашего основного завода. У нас вообще три завода по Казахстану. В городе Павлодар, в городе Лисаковск и в городе Кустанай. Вот. Филиал в Челябинске. Там довольно большой склад. Там наша торговая команда, наши водители. Ну, и весь офис наш. Соответственно, по всему федеральному округу Урала работает филиал в Челябинске. И также, я думаю, он будет работать и на всю оставшуюся Россию. На данной выставке мы пообщались с огромным количеством закупщиков, в том числе федеральными сетями, региональными сетями и местными производителями из разных сегментов. Еще рано судить, как мне кажется, что наша продукция, если появится на прилавке в 2018 году, то выставка будет однозначно удачной. Организация прошла на уровне Северо-Запада, нам все понравилось. Контингент людей, количество специалистов, количество экспонентов было достаточно высоким. Мы довольны проведенной выставкой.